Привет, девчонки! Это студия Амата, я Юлия Степанова, и я создаю эти платья. Сегодня вам покажу платье Юки. Выглядит оно так вот на мне. Напоминаю, мои параметры далеко не худенькие, 96, 76, 110. Вот так выглядит, будет и на вас, если у вас похожие параметры. Рост 165. Платье, посмотрите, завязывается на лямочку, вот здесь на плече. Можно сделать бантиком, можно завязкой, складочки. Платье двустороннее, поэтому можно надевать его на любое плечо, какое вы любите. Какие есть цвета сейчас в наличии? Вот такой цвет пион. Очень красивая ткань. Это шелк крэш, оно не мнется вообще. Цвета поехали. Пудровый. Такой же, как на мне, мятная, только с белым. Абрикосовый оттенок, последняя осталась. Очень тоже классный цвет. Конечно же, наш любимый шоколадный. Шелк и шоколад смотрятся вместе, как будто родились для этого. Бомба. И, конечно, вот такое платье, которое у нас светло-розового оттенка. Его часто берут на выпускные, и не только выпускницы, кстати, но и мамы, потому что в нем очень комфортно, свободно. Вот такое классное платье Юки ждет вас. Пишите мне в директ, отправлю вам на примерку.